Семидневный круиз по Средиземному морю. 20-палубный круизный лайнер «Аида Нова» построен в 2018 году. Длина корабля 337 метров. Может взять на борт 6600 пассажиров и 1500 обслуживающего персонала. Несмотря на то, что «Аида Нова» ориентируется на немецких туристов и язык на корабле немецкий, я встретила много туристов из России и Украины. На корабле есть русскоговорящий персонал. Отдых на корабле мне очень понравился. На нем просторно, светло. Всегда можно найти уютное, спокойное место. На корабле не скучно, есть чем заняться. Развлечения на любой вкус. На лайнере имеется 17 ресторанов и 17 баров и закусочных, в которых можно хорошо покушать или перекусить. С 7 утра до 2 часов ночи. Еда очень вкусная, высокого качества, на любой вкус. Напитки к еде, включая пиво и вино, включены в стоимость путевки. Здесь можно укрыться от любопытных глаз, попить кофе или выпить что-нибудь поинтереснее. Этот бар называется «Французский поцелуй». Переходим в следующий бар. Туристы сейчас находятся на палубе. Там тоже есть бары. Или бултыхаются в бассейнах, или сидят в джакузи. Можно? Vielen Dank. Следующий ресторан – ресторан «Океан». Разузнав, какие деликатесы в каких ресторанах есть, мы делали так. Салат из кальмаров и осьминогов ели в ресторане на 5-й палубе. Потом переходили в восточный ресторан на 6-ю палубу. Там ели восточную вкуснятинку с экзотическими фруктами. Потом поднимались на 16-ю палубу. Там мне пришлись по вкусу драники с брусничным вареньем. Потом можно спуститься в корабельную пивоварню. На корабле сами варят пиво.
Ресторан в ожидании туристов. Через 5 минут они нахлынут. Посмотрите, как одеты люди. Понятно, что никакую нарядную одежду с собой брать не нужно. На корабле 90% немцев. И они все вот так одеваются. Народ подтягивается на ужин. Путешествуйте с Аида Нова. Голодными не останетесь.